Ярославский стадион «Шинник» окончательно передали на баланс города. Теперь за содержание и ремонт спортивного комплекса, который включает в себя дополнительные поля, ФОК, автостоянку и саму спортивную арену, будет отвечать дирекция спортивных сооружений. Специальной комиссией была проведена оценка текущего состояния имущества. Тренировочные поля, трибуны, подтрибуны, ФОК, освещение и сам стадион нуждаются в капитальном ремонте. Все изношено. Денег в реконструкцию, в ремонт вкладывалось. Ну, может, не вкладывалось совсем, поскольку проблемы есть на каждом объекте. Ближайшая работа — нам нужно будет обустроить западную трибуну по трибунным помещениям, потом будем смотреть северную и наводить порядок южный. А тем временем футболисты «Шинника» одержали первую победу в весенней части первенства ФНЛ. В матче 29-го тура против армавирского «Торпедо» ярославцы усилиями Валерия Цахвребова и Михаила Земского добыли сухую победу 2-0. Благодаря успеху черно-синие поднялись на 12-ю строчку таблицы и отдалились от зоны вылета.